Золотой юбилей в Саранском лицее номер 4 встретились выпускники 66-го года, более 50 лет назад. Эта школа поставила всесоюзный рекорд, в один год выпустив 532 ученика, в числе которых 100 медалистов. Они встретились, чтобы взглянуть друг другу в глаза и вспомнить, чему их учили в школе. Они встретились спустя 50 лет. И хотя в душе остались теми же мальчишками и девчонками, учителя многих из них узнавали с трудом. Смотрю на всех, не узнаю, конечно. Ой, прошло сколько времени. Ой, ну славные ребята. Мои первые, лучшие. Это были действительно лучшие ученики республики. В 1963-м из выпускников 8-летних школ Мордовии собрали почти два десятка 9-11 классов от А до К. Одни готовились стать программистами в счетно-вычислительном центре МГУ, другие – специалистами-оптиками, третьи – настройщиками автоматов на электроламповом заводе. Что говорить? Юрий Гагарин полетел, все тоже за ним. Поэтому физики были в основном. Физики, лирики. За ними, ну, в общем-то, очень интересная была школа. Все учились желанием. Владимир Абрамов, лауреат премии «Золотое перо Руси», вспоминает, что лирики тех лет физикам и математикам ни в чем не уступали. В их четвертой школе царили равноправие и дружба. И поэтому спустя полвека им так приятно видеть друг друга. Был дух демократизма, все были равны, все были, как говорится, ну, если у кого-то способности в чем-то, кто-то лучше баскетбол играл, кто-то футбол, кто-то лучше задачки решал, но это все было нормально. Какие были отношения между педагогами и учениками? Это был высший уровень дружбы, я бы сказала, поддержки. Сейчас производственное обучение в школе называют японской моделью, не зная или умышленно забывая, что идея заимствована не у Японии, а у 4-й саранской школы. Правда, эксперимент, так удачно начавшийся в 60-е годы, тогда же и закончился. Хотя и не прошел бесследно. Многие из тех выпускников пополнили Золотой фонд республики, став видными деятелями науки, культуры, промышленности и спорта. Опыт был прекрасный. Опыт был, каждый из нас живет этим опытом, и многие состоялись благодаря вот тому, что мы получили в этой школе. Людмила Чекал, Павел Толобаев, наши новости.